Златоуст, город мастеров. Очень большой раскинутый город. В Златоусте всего 190 тысяч жителей. Чем-то он напоминает окраину Екатеринбурга. Ну, вот Каменск-Уральский по размеру такой же, чем-то даже на Каменск похож. Все смешалось. Герои соцтруда и попы. Почетные гости башни. Короче, товарищи. Хотели подняться наверх. Часовня Иоанна Златоуста. Взрослый 250 рублей. Ребенок льготный 200 рублей. Но экскурсия ушла, и что-то как-то... Давай, иди на лошадку. Иди на лошадку. Лошадка-то наша. Вот и остается кайфовать с лошадкой. Может быть, выпуск из школы. Фонтан даже есть. Даже не мочит. Златоуст — такое красивое название, Златоуст. Но он того не стоит. Как насчет фотосессии? Ой, какой фотограф. Это Макика, я бы сказал. Травкой пахнет, как в лучших домах Лондона. Как в Ирландии. А вот этим, конечно, удивляет Златоуст. Частный сектор, коттедж настроен прямо около часовни. Очень красиво. Поймали мы трамвай. Каждые 8 минут первый трамвай проходит около остановки драмтеатр. Лучше подняться чуть повыше и зайти в кусты, сесть на корточки в травку.